Хотел бы подчеркнуть, что именно народ, народ, невзирая на ту риторику, которая исходит от нынешней власти, на пропаганду антироссийскую, русофобскую, народ по-прежнему по поддерживает в большинстве своем, касательно того региона, с которого, который я представляю, дружественные и братские отношения с Россией именно на бытовом уровне. Касательно экономического уровня, тут безупречно и бесспорно остаются приоритетными рынки емкого и перспективного России. Почему? Вся продукция, производимая в Херсонской области, будь то аграрный комплекс или индустриальный, ну, Херсонщина не сильно предоставлена в индустриальном смысле, но есть обмышленности, на сегодняшний день столкнулись с отсутствием рынка сбыта. В Европу выйти они не могут рынок России закрыт там, по квотам или еще по каким-то признакам. Поэтому и в связи с этим все сталкиваются с той причиной, что тот обвал или стена, которая выросла между нашими странами, ее необходимо ликвидировать, скажем так, и выстраивать. Пусть это будут новые, скажем, старые отношения, но их требуется выстраивать для процветания каждого региона, в том числе и Херсонской области.